Председатель КНР и президент Монголии провели двустороннюю встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Китайский лидер призвал к дальнейшему сопряжению инициативы «Один пояс, один путь» с монгольской программой «Путь развития», а также к расширению взаимодействия между приграничными регионами двух стран. Китай готов увеличить импорт качественной сельскохозяйственной продукции из Монголии. Си Цзиньпин также подчеркнул важность контактов в гуманитарной сфере. Президент Монголии со своей стороны выразил готовность активно участвовать в реализации инициативы «Один пояс, один путь», строительстве экономического коридора Монголия, Китай, Россия и совместном развитии всех стран региона.